Количество одинцовцев, участвующих в программе лояльности «Коммунальный бонус», продолжает постоянно увеличиваться. Об этом сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Каратаев. В соответствии с данной программой лояльности, все, кто своевременно и полностью оплачивает услуги ЖКХ, получают скидки на различные товары и купоны. Дополнительным бонусом станет возможность получения 1% денежного кэшбэка. Для этого до совершения платежа карту МИР требуется зарегистрировать в программе лояльности платежной системы.